Всем привет! Перед вами монета 2 злотых 2010 года, Польша. Монета посвящена Грюнвальдской битве. Такая вот красивая, интересная монетка. Грюнвальдская битва – это решающее сражение Великой войны 1409-1411 годов, происшедшее 15 июля 1410 года. Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайла и великого князя Литовского Витовта одержали решающую победу над войском Тевтонского ордена. Большинство рыцарей ордена было убито и взято в плен. Несмотря на поражение, крестоносцы смогли выдержать двухмесячную осаду столицы и понесли лишь незначительные территориальные потери в результате Торунского мира 1411 года. Территориальные споры продолжались до заключения Мельского мира 1422 года. Тем не менее, Тевтонский орден так и не смог оправиться от поражения, а жесткие внутренние конфликты привели к экономическому упадку. Грюнвальдская битва привела к перераспределению баланса сил в Восточной Европе и ознаменовала восход Польско-Литовского союза до уровня доминирующей военно-политической силы в регионе. Грюнвальдская битва была одной из крупнейших битв средневековой Европы и является одной из важнейших побед в истории Польши и Литвы. Итак, перейдем к монете. Номинал монеты 2 злотых, год выпуска 2010, вес монеты 8,15 грамма, материал Nordic Gold, диаметр 27 мм, толщина монеты 2 мм, гурт гладкий с надписями, ориентация медальная, так, медальку переворачиваем ее, и тираж ее составляет 1 400 000 штук, средняя стоимость на данный момент 70 рублей. На этом я хочу закончить свой обзор. Кому понравилось, оцените, пожалуйста, лайком. Кому не понравилось, дизлайком. Кто не подписан на канал, подписаться. Все, всем пока.